challenge time! И снова всем привет! Мы продолжаем шапку времени. Вот, кстати, странность заметил у этого телевизора. У него эти шестеренки как-то крутятся не в попад. Хотя при условии, что они не соединены, это еще ладно. Но с другой стороны, нахрен они-то вообще нужны. В общем, я забрал те часики, пришлось заново картины сжигать. Потом я взял два... Вот так, тут тоже финал есть. Два контракта дополнительных. Не помню, вот на службу доставки почты, по-моему, еще что-то. Что-то мне там открылось, по-моему. Или один раз. Вот, и нашел колодец подсознания, путь к нему, но... Видите, тут и так можно, но мы все равно к нему так сходим. Может быть, там все дособерем еще, но там пипец, просто очень тяжко, очень неудобно, очень противно. Там болото, и долго по болоту ходить нельзя. В общем, пойдемте в поместье леди Димитреску, по-видимому, в Анесеску. Короче, контракты, как я понял, со временем просто надо появляются. Только не говорите, что мне вот это надо пройти теперь. Вот бляха, муха. То есть мне вы предлагаете все-таки... Да спасибо, блин. Я как бы рассчитывал, что раз я его уже нашел, то мне не придется это все повторять. Во. Так же это было. Ха-ха-ха, да. Подожди, это ты? Я как ожидал новую жертву, попавшую в ловушку. Я уже выбрал твою душу и все такое. Ты вообще выполняешь свои обязанности по контракту? Ничего личного, дитя, но не приближайся к моим ловушкам. Мой голос не может выдержать такие частые нагрузки. Ты лишаешь удовольствия в остальных. Эй, Мара, ты... давай. Да-да-да. Какую? Тут послал только битва с боссом. Да. Неплохой выбор. Будет проще с простого, однако ты оставляешь самый трудный контракт новичкам. Это довольно грубо, если поразмыслить над этим. Неважно, я сваливаю, еще снюхаемся. Да в смысле, ты то же самое сказал, когда я взял... выбирал между этим контрактом и этим. Доставкой писем, посылок и прочего. Ты уж определись, что сложнее, тем более это последний контракт был. Я просто хотел по порядку как-то идти и сразу идти на босса как-то не хотелось. Да я понимаю, что туда. Давайте хотя бы осмотрим здесь, что-нибудь еще есть. Ну, вроде нет. Ну ладно, здесь... Тут мы вроде бы сможем... Уже опытно. Так, подожди, зачем я это сделал? А, там синяя же платформа, да-да-да. Эх, ты ж дрянь. А чё в прошлый раз так легко получилось? Так, ты, блин, козлина, чего ты делаешь? Хе, почти. Вот так. А как я так в прошлый раз легко и сделал? Ну-ка, мне бы яблочко куснуть. Спальня рядом. И уснуть. Эй. Червячина. Нана. Так. Блин, я специально применил, чтобы, думаю, если сейчас будет здесь фиговина, я успею. Ты что промахнулась-то?
Такую еще особенность заметил. Смотрите, оно же... Ты обо что там ударилась? Если ты бьешь, оно же постепенно расширяется, а потом начинает только убираться. Поэтому есть смысл, как только она, ну, расширится до конца, еще раз ударить. Как мне, во всяком случае, показалось. Так, ну вот это место. 5 минут, блин, потратили на это. Давай, Наруто стайл практически. Только руки не отставляет. Где этот жуткий подвал? Что мы тут должны сделать-то? Я что-то не помню. А, на чердак зайти, по-моему, да? О, я не все шапки тут могу использовать. Эй, новичок, босс просил тебя напомнить, что ты подписал бумагу о том, что не использовала шляпу в особняке. Ага, не используй их. Спасибо. Какого хрена? Так, клубок. То я не хочу, чтобы мне сейчас портал какой-нибудь засосало. Мне показалось, что это этот сундук. Так, а тут нужен... А, ну там ключ должен был быть, да? Почему он здесь не виден был особо? Как-то вообще сливается. С местностью. Чекпоинт. Странная ледышка. Чиха. Ну реально? Кто там? Ну реально резидент? Трын? Намек такой. Только я его что-то взять же не могу. Почему? О, ни хрена себе, серьезно, стелсовая составляющая действительно. А зачем тут замочек? Это же замочек. Так, и вот тут. Да, вон вижу тень ее. Это ее же тень или что это? Че, пожрать есть? Ключ от фортепианы или пианины. Нет, под огнем нельзя прятаться в огне. Блин, жутковато. Ну, здорово. Я иду. Итак. Я, правда, до сих пор еще не смотрел и не играл. Во-первых, не играл, потому что у меня комп, скорее всего, нормально не потянет резидента. Ты что, меня засекла? Че у тебя красное все? И плющит тебя так все? А во-вторых, еще ни у кого не смотрел сам летсплей. И не знаю, буду, не буду. Тихо. Так, тут у нас что? Так, обыскиваем сразу места, где кто-то уснул вечным сном. И мафиози тут тоже отдыхали.
Правда, что ли? Слышит она, говорит, меня. Я нужную дверь, да, открыл, получается. Во, а то я думаю, что это в смысле? Это вообще топ. Это прям вот это топ. Топовый топ. Старый рваный дневник. Может, со страницы вырвана. Перелистнуть доставшийся. 13. Почему? Что я сделала не так? В письмах он говорил о ней. Наставник, он говорил, что любит меня. Но она видит его. Я получаю письма, а она получает его время. Он мой, когда занятие закончится, я верну его. Я спрятаться тут могу, если что, где-нибудь. Еще одна коровка. О, вот здесь могу. Дорогой дневник, сегодня мой принц ушел на свои задания, занятия. Он будет так далеко и так долго, что он обещал мне писать. Он же меня не забудет? Его любимую принцессу. Он возвращается всего одна неделя, короткий отдых от нее. Я убежу его остаться. Я не могу позволить моей любви уйти снова. Звучит немного мелодраматично. У мамы произошел несчастный случай на прошлой неделе, поэтому сегодня меня короновали как королевой. Теперь принц не может называть меня своей принцессой. Жизнь так жесток. Пусть называет моя королева. В чем проблема? Мой принц обожает завтрак слишком сильно. Я ревную к проклятому бекону. Он обожает его. Никакого больше бекона в этом доме. О, да ты прям совсем властная дама. Так, это уже на следующей локации. Тихо. Мне что, нужно тоже что-то тут сделать такое? Но не получается так забрать. Ой, я хотел бы навсегда оставить его, запертого в цепях в подвале, но нельзя связать человека, или нет? А это там, да? За дверью. Но мы мячик добрали зачем-то. О, а это уже этот Among the Sleep. Так. Я просто пока не до конца понимаю правила игры. Быстро она набирает. Мне больше интересно, она надолго вот этот мое укрытие? Или я опять вылезу, оно сломается? Осталось. Кстати, такая же железная дорога, как у нас. Давай еще один шарик. Возможно, в третий раз придется бегать. Задуй свечи, загадай желание. Ты чё, нет, ты не лопнешь? И забрать его снова не можешь. Ну, очень странное. Так, а этот лопнул. Ну, блин. Мишка, обними меня, мне страшно. What? Оу, мужик.
Вот и ключик. Мой принц ушел. Ты чё? Ты за молнией, что ли? Ты испугалась? Ща, подожди. О-о-о! Это было неожиданно. Вообще неожиданно. Я хотел полотенце помочь подать. Ты игрушка или ты тоже живой? Там, видимо, вообще на цыпочках надо было. Ладно. В смысле, она там, что ли? Топ-т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 оп. Короче, догонять она нас мгновенно, поэтому у нас, в принципе, есть время, чтобы смыться, да? Тихо. Я то место просто хочу еще облутать. Вот здесь вот. Жетон, например. Не стесняйся. Прости за волосы, мой принц, я просто хотела, чтобы они были у нас одинаковые. Цвет и форма, ты отлично выглядишь. Ну-ну. Так, зеленые штуки. Так, наверху куча штук. Еще реликвия, да? Все, она тут одна? Но больше ничего не появляется из стрелочек. Значит, видимо, одна. О! Часть Сильдры. Выяснить, что на чердаке. Контракт исполнен. А ну так. Не, хоррор, блин. Но это круто. Кстати, не помню, в этом, по-моему, Бакс Банни. Бакс Банни-то точно был, а... Чисто в Бакс Банни что-то я не помню. Я, кстати, накопил уже 150, пошел, открыл нам сразу локацию на будущее. Толчок Рока. Time Rift Detected. Только не гори, что... Нет, в службе доставки, видимо. Где-то на башне какой-то, да? Ладно, давай. Почтальоном поработаем. Одни за деньги работают, а мы за душу. Не могу сказать, что это плохо. Плохо мы что, попали в такую ситуацию? Так, где-то там типа есть что-то, да? Нас это пока не пускает. У тебя что-нибудь есть снова? Нет, у тебя... Все еще ненужные штуки. Я бы даже сказал, дорогие ненужные штуки. Вон там как раз это болото начинается. А он то, что за феи, вот их и не видел. Или это горящие лисички? Вот, смотрите. Видите, если долго ходить, эти штуки начинают тебя засасывать, а потом типа съедает.
такое? Мы хотим умереть, ура, мы хотим плать яркость горит дотла, стать облаком дыма, нашему костру больше топлива. Нужны картины. Ну конечно, сейчас я буду еще мучиться. Раз. Тихо, тихо. Где-то тут, вот она. Большое спасибо. А, и они мне эту локацию открыли. Ну, здорово. Еще и скорость замедляется. Вот что хреново в этой штуке. О, можно пойти вон... А, нет, там еще закрыто. Значит, где-то в другом месте. Да? А как мне попасть на это высокое дерево? Ладно, давай. Доброе утро, ты готова выполнить обязательно по контракту? Я не бессердечный, да, я залезаю в почтовый ящик и краду письма, чтобы доставить их своим миньонам. Так почти кажется, что кто-то заботится о них. Наш последний почтальон немножко бабах, ты этим займешься. У меня подарок на этот случай, хотя для него требуется специальная шляпа, надеюсь, оно у тебя есть, ха-ха-ха. Ну, надеюсь. На. Это значок только временный, я требую вернуть его перед уходом. Не забудь прицепить его на свою шляпу, спринт, иначе он будет бесполезен. Все миньоны, ожидающие почту, имеют иконку над головой. Когда закончишь, возвращай сюда и отчитайся. Все понятно, только не на время, пожалуйста. Ну как бы окей, но... Ты мне что заменил? Поиск секретов? Не страшно, только в смысле, вот это временно, у меня такая же есть. Ты, надеюсь, не заберешь у меня его? Он как бы денег стоит. РТ? Так. Ну, забавно, что могу сказать. А вот ты мог и раньше сказать, что мне для этого их нужно искать. Так, ясно, тут никого нету. Ладно, поехали по порядку. О, а там вот смотрите, целая башня какая-то. Ну, он вижу товарища. Второй, третий. Так, вижу еще одного. И еще один. Так, там я... На всяком случае, пока никого не вижу. Вот здесь вполне может быть. Тут их было куча, по-моему, целая. Вот этих вот миньонов. Но вон вижу еще одного. Так. Еще один. Тут пусто наверху. Вроде нету. Возможно, с помощью шляпы я смогу, кстати говоря, видеть. Ты зачем туда спрятался? Ты что, почту не ждешь? Вообще танцуй. Письмо пришло тебе. Твоя посылка с Алиэкспресса наконец-то с чехольчиком пришла.
Так. Вот по этой части дороги. О, вижу еще одного. Так. Вот здесь могут быть. Потому что тут точно был кто-то. Другое дело, принимает ли он почту или нет. А никого нету в этот раз. Так. Бесполезная шляпа. Вблизи я как бы и сам иду, вон вижу. Так, здесь мы еще не были, поэтому... Предлагаю сбегать, заодно посмотреть, что тут есть. И вот последний. Давайте вначале вот эту штуку попробуем забрать. Ой, как вы удачно. Так, только я сейчас вспомню, как это делается, да, вот. Надо было второй прыжок, видимо, да? Еще бы умудриться потом попасть. Вообще бы замечательно было бы. Ну, а там он еще один, то есть их больше, чем... Отлично, там у него появилось. Поэтому сейчас мы эту часть можем дообшаривать. Самое забавное, что он выдал контракт на драку с боссом. И возможно, этот босс будет он. То есть он выдал контракт на самого себя. Так. Так, а вот этого как? Ну, все оказалось проще, чем думалось. На первый взгляд, он там еще один почту хочет. Да тут он целая толпа почтальонов. Ребят, раз уж я тут... Вы ж не виноваты, что у вас. Так. Да, тебе и не надо. Так, тут вообще везде кругом огонь. Какой-то огненный лес. Так, а, сундук. Этот крайон, как он там называется, типа фломастер или цветного карандаша. Он, они там, по-моему, восковые или типа того. Так, ладненько. Ну, тут прям что-то как будто бы. Кто мне мешает так вот просто перепрыгнуть и просто кинуть? Так, он еще могилку вижу. Давайте ее ёхнем. Тут денежки могут в любой момент понадобиться. А у нас их не будет. Так, этот что-то... За такая штука. Еще один. Короче, все, ребята, почта кончилась. Рабочий день закончился, извиняйте. Так, товарищ змея, вы зачем здесь?
Но тут яблочко вон там. А я могу при этом кататься? Как бы могу, но как бы нет. Так, если я уберу на... Так, значит, где-то тут должно быть еще что-то, по-видимому. Так. А, ну тут картина как раз. Тут картина, вон там это. Тут я... А вот и яблоко, кстати. Ну, а если есть яблоко... А он и червяк, более близкий. Так. Ну прям тютелька в тютельку долетела. Теперь бы еще умудриться, блин, опять спалить. И не спалиться самому. Туда еще тебе, да, говоришь? Что тут у нас еще? Яблоко еще одно. Так, ну это где-то внутри, похоже, этой штуки. А. А ты чё не зацепился-то, а? Или надо быстрее? Нет, я думал, она исчезает именно. А. Возможно, эту башню можно сломать? Не знаю. Давайте проверим. Там червяк новый не появился? Да ты же моя зайка. Иди сюда. Нет, нельзя. Но вот она почему-то даже не хочет забираться по нему. Тут еще смотрите. Там картину вижу. Пока что много непонятного. Куча мест, но... Там паук и там паук, да? Ах ты ж... Ты чё за дичь такая? Ты кто, блин, вообще? Чё за фантомный олень? Или кто-то вообще такой? Так, этого мы наказали. Тихо, тихо, стой на месте. Мы куда-то на высоту идем. Ну, за картиной.
которая не то, что мне здесь нужна. А, живы. Живы, целы остались. 5 картин. Ну вот и куда ты их кидаешь? Да я бы с удовольствием мор-мор, но, блин, я что-то не пойму, как вот здесь пройти. Ты вообще что держишь-то? Объясни мне. И вот это что? Возможно, у меня просто какого-то умения нету, не знаю. Возможно, он и держит эти как раз решетки. Но если он держит эти решетки, то... А смысл тогда? Если он держит эти решетки. Потому что мне и нужно забраться. Эта решетка мне не мешала. Так. Где у тебя еще один твой говнопаук? Вообще где-то далеко и непонятно где. Ну, где-то здесь, так понимаю, да? Ты смотри-ка, ты драться, оказывается, умеешь. Вот это неожиданно было. Фига я тут. А вот и, кстати, рифт. Но это мы как-нибудь в следующий раз. Так. Я-то туда, наверное, таким образом не допрыгну. Не. Еще один жетончик. Или я смогу на ту башню попасть вот с этой? По идее, должен. Давайте попробуем, что. Пока мы еще тут. Вот мы тут. Пришли за картиной. Так, ладно. Осталось 2. Я думаю, мы успеем дособирать их до конца серии. Так, вот это что у нас за говно такое непонятное? Ты пойдешь со мной. Так, мне хпшку еще восстановить надо. Да куда ж ты вечно бросаешь-то? Так, а теперь давайте смотреть, как пробраться сюда. Вот как-то вон по тем зеленым, возможно. Хотя, возможно, те зеленые. Да, вижу, вот по красненьким и потом туда. Бесплатная недвижимость. Просто валяются как-то вот нехорошо, бесхозные. Так. И он потом куда-то туда. Не знаю зачем, не знаю почему. Все.
Пока все известные вот эти места мы вроде бы собрали. Тык-тык. Тут, блин, еще обыскивать и обыскивать так-то. Вот ты, например, куда вообще ведешь? Куда-то наверх. И там же секретка типа. О, как мы далеко продвинулись-то. Значит, возможно, мы и не все сожгли. Да, наверняка. Но как-нибудь в следующий раз. Да, здесь все. То есть мы все вроде бы обыскали, но... Ну, из этих, из лисичек. Ну, что могу сказать? Забавно, здорово. Эксплоринга тут очень много. А его я люблю. Но на этом мы и закончим на сегодня. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.